Начинаем запись. Еще один урок этого чувака увидел. И мне кажется, что вот эти дырки он неправильно топологию сделал. У меня видно вот здесь вот проблемы шейдинга возникают. Из-за этого. После сабдива. То бишь у него сетка неправильная. Ну вот. Сетка.
360. 68. И... Так.
Ой.
Короче, вот такая вот должна быть, по идее, сетка. Наверное. Потому что она меньше всего создает проблем с шейдингом.
Как здесь видно, ровные линии идут практически. Давайте.